Носорог и 4-летняя Софи Трюдо смогла победить коронавирусную инфекцию нового типа. На лечение у супруги премьер-министра Канады ушло 2 недели. Диагноз был поставлен Софи 13 марта. С тех пор Джастин Трюдо тоже перешел в режим самоизоляции и начал работать из дома, хотя у него и не было никаких симптомов заболевания. Теперь супруга политика призналась, что выздоровела. «Я хочу поделиться с вами новостями. Я чувствую себя гораздо лучше. И я получила результаты осмотра от моего врача и департамента здравоохранения Оттавы, которые были абсолютно чисты», — написала Софи в Facebook. Жена премьер-министра призвала канадцев не падать духом. Она выразила уверенность, что все вместе они смогут преодолеть это трудное время. Джастин Трюдо должен был пробыть на карантине 14 дней, но медики посоветовали ему продолжить находиться в самоизоляции. Сейчас в Канаде инфицировано более 5,4 тысяч человек. Из них 60 скончалось, а 479 пациентов вылечились. Софи Трюдо заразилась коронавирусом после возвращения из Великобритании. Ангела Меркель приняла решение уйти на карантин. Узнать о звездах с COVID-19 можно здесь.